но они явно не доработали. Там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия. Захватили там 130 семей, это почти 700 человек в заложники. Преимущество этого дискуссионного клуба, мы его так и называем, дискуссию. Они выдвинули ультиматумы, требования определенные и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по 10 человек. Позавчера расстреляли 10 человек, казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Но надо с этим что-то делать, что же там коллеги наши отмалчиваются. И по нашим данным захватили, причем в заложники, несколько граждан Соединенных Штатов и европейских стран. Все молчат, какая-то тема.